Итак, всем привет. Буквально вчера вышла альфа World Creator 3. Ее не дают всем желающим, только выбирают некоторых людей. И мне выпала возможность протестировать первую альфу. Поэтому я записываю это видео без монтажа, озвучки и так далее. То есть выкладываю как есть, чтобы не затягивать с выпуском и показать вам первую альфу. Потому что, как я понял, альфы будут выходить каждый день или раз в неделю, и какие-то новые фичи будут добавляться. И я буду делиться с вами впечатлениями. Вот. Важная информация для тех, кто хочет получить доступ к альфе сейчас. То есть 31 августа будет открыто набор дополнительных людей на альфу. И есть свободные места для людей с крупными, то есть у кого есть крупное сообщество или какая-то крупная аудитория, Narsation и так далее, то вы можете зайти в Discord, ссылку на него я оставлю в описании, здесь написать в Alpha Users, то есть я не знаю, есть ли доступ для всех в этом, то есть короче в Discord написать и запросить версию World Creator для вас, вот. Таким образом вы ее получите. Ну или не получите, это уже решать разработчикам, собственно. А я сейчас буду показывать. Там же, кстати, можно в... Где-то здесь. Вот, World Creator. Readme, прочитать всю инфу, что добавлено, что изменено. Ну, в принципе, вы сейчас увидите, что есть. Я не буду озвучивать все эти моменты. Вы просто глядно увидите. Сразу говорю, что запускаю эту версию при вас, поэтому могут быть моменты вылетов, то есть я от этого не защищен, так как это альфа, а не бета, вот, и возможно там буду задумываться, потому что доков пока нет, и все на по наитию, так сказать, по интуиции буду щелкать, показывать как есть. То есть первые впечатления от запуска альфа версии World Creator 3. Ну что, начнем. Есть папка, есть запуск World Creator 3. А здесь, кстати, так он запускается теперь. Ну, может, в новой версии будет как-то по-другому. Вот. Здесь показана использованная память. FPS. То есть, давайте я выделю, покажу. Так. А вверху есть RAM, FPS. То есть, все. Вся информация в данный момент в видеокарте. И viewport, как видите, уже пасттрейсинг, то есть реалтаймовый пасттрейсинг, и все как обычно в World Creator происходит мгновенно. Только сейчас уже по сравнению со второй версией это вот рендер. Ну видите, так, когда я двигаю, происходит шум на 2080 Ti, достаточно быстро уходит. Я не знаю, как там с другими видеокартами, я тестирую на своей, поэтому вы видите, как все быстро прорисовывается, рендерится. Хотя это не рендер, потому что рендер, мы ждем шум и так далее. А первое, что лично я заметил сейчас, вот, да, интерфейс стал минимальным. То есть, если давайте я открою World Creator, чтобы даже сравнить для тех, кто... Так, стоп, что-то качается. Или нет? А, ой, блин. Короче, сейчас я запущу World Creator 2, чтобы вы тоже увидели, как он выглядит. А для тех, кто не знал, все-таки на канале, например, сейчас зашли, только подписались. Вот, viewport World Creator при первом запуске выглядит такой громоздкий. А здесь же в новом World Creator сделали все, но сейчас это пока не перетягивается, но я так понял, можно будет в настройки зайти и настроить интерфейс, как пишут разработчики. То есть, учитываем момент, что это первая альфа, то есть здесь много чего не работает, но уже можно попутешествовать, так сказать, по ландшафту, что-то поделать, открыть какие-то заготовки. Во-первых, тут добавили
фотореалистичную воду, отражение, облака, которые я сейчас найду, как включить. Вот. И, как видите, достаточно быстро происходит рендер. Качество пока 1.4 метра, то есть Precision. Кто помнит, по World Creator старому есть такой Precision. Можно оптимизировать с помощью него детали. Понятно, что сейчас для клоузапов это не годится. Вот. Но, в принципе, можно на дальние ракурсы смотреть. И еще экспортировать пока нельзя. То есть это альфа-альфа. Вот. А что еще? Ну, сейчас буду изучать. Смотреть, наверное, с нуля. Так. Здесь можно сделать скриншот. То есть, смотрите, я сразу объясню, это не урок. Это мой первый запуск. То есть, я сам не знаю даже тут, как все работает. Просто в реал-тайме хочу показать эмоции запуска и так далее. Вот. Так. У нас есть интерфейс. Здесь можно... Вот, классная штука, наверное. Сейчас посмотрим. Seed. Возможность, наверное, рандомно создавать ландшафты. Да, вот видите, рандомно генерирует из того, что уже настроили, рандомно генерирует воду, горы и так далее. То есть крутим ползунок. Можно пока качество понизить, чтобы быстрее было. Вот он рандомно генерирует прям ландшафт. По-моему, это очень даже круто. Что можно вариации получить очень много. Потом включить качество. И смотреть на детали. Так. А пока я вижу, здесь больше ничего нет. Ну, по сравнению с World Creator 2. Непривычно. Как бы, то есть, кастом точек, которые обычно World Creator. Я привык работать с ними. Их пока нет. Вот, переходим дальше, что у нас тут. Биомы. Как говорится в Дискорде, в Дискорд-канале, так, что создана биомная, короче, отдельные биомы, с помощью которых можно будет, там, будут пресеты, можно будет добавлять прям заготовки. Так, я сейчас разберусь, как создать с нуля это все. Наверное, закрою. Вот. Начнем с нуля прям. Я хочу с нуля, чтобы... Вот есть слой root. Так, что у нас тут? Блин, GeForce. Фильтры. Материалы. Ага. По кнопке DL можно удалять материалы. По кнопке Add материалы добавлять. Давайте по порядку. Сейчас разберемся. Add biome. То есть можно добавлять разные слои, как я понял. И в каждый из биомов добавлять фильтры, материалы и так далее. Деревьев пока нет. Но иконка уже есть. Вот. А что тут еще? Так, я попробую сейчас удалить фильтр. То есть вот базовый ландшафт, который, понятно, что не так оно загружается. Я сейчас добавлю какой-нибудь материал. Давайте. Вот белый материал. Так удобнее, в принципе. И цвет. Цвет его потускнее. Есть какие-то правила тут, я смотрю. Так. Пока сложно. Сразу. Ну, сделали все проще, говорят. Пока сразу вникнуть, когда привык особенно с World Creator 2 работать. Так, материалы, добавляем металлнес. Тут есть... А, вот есть основные параметры. Distribution. А, вот оно что. То есть можно создать первый материал, допустим, пускай это будет... Пока текстуры нет, как я понял. Какая-то вот такая вот трава. То есть я без подготовки сейчас попробую создать при вас что-нибудь такое. Так. FX.
Получается, FX добавили и distribution. Distribution получается, вот, это маски для распространения. А FX что они делают? Clamp. Угу. Тогда, так, сейчас я удалю FX. Попробую поверх создать какую-нибудь такую же траву, наверное. Только более яркую. Вот, и с ней уже будем экспериментировать, оно FX Blur. Скорее всего, для текстур будет подходить больше Direction Blur. Наверное, давайте начнем, наверное, с Distribution. По порядку я посмотрю, что тут есть. Angle, Biome. Буду щелкать, короче, и пробовать Angle. Вот, добавился слой, в котором здесь вот настройки. Так, у меня при Ctrl-D запускается какой-то download. Ладно. Ага. То есть формирование текстуры под углом достаточно интересно. Сглаживание, наверное, краев. Ну да. Интересный момент. Так тут еще получается, с каждым дистрибьюшеном можно добавить свой FX. Прикольно. Ого. Вот этого не было. То есть можно по эджу, по эджам добавить инверт. Ну, инверт не нужен, так. А ну-ка. Noise offset. То есть по эджу добавляется noise. Ну, прикольно. Как по мне, прикольно. Что-то можно уже такое получать. Так, я поудаляю. Simple flow. О, это поток воды. А если добавить small flow, тоже какой-то поток, smooth step. Да, без документации пока не очень все понятно, но идем дальше. Биом. Опа. А, биом это и есть. Биом. Кавити. Ну, кавити в World Creator 2 было. С помощью кавити как раз можно получать достаточно интересный эффект. Вообще текстуре нам лучше заниматься уже после того, как назначили фильтры. Так что, наверное, я сейчас вернусь в фильтры и рассмотрим, какие здесь есть фильтры. Цвет я добавил специально. Ну, такое оставлю. Вот. И давайте посмотрим, что есть за фильтры. По фильтрам у нас тут достаточно много их. Есть экспериментальные, наверное, которые приводят к выгоду. Ну, начнем с первого. Баллон. В принципе, добавление фильтров такое же, как и World Creator 2. Здесь есть все опции нам привычные. По детализации Level Step. Можно добавить Distribution, FX тоже. Прикольно. А ну-ка. Не, с фильтрами я не буду экспериментировать. Здесь Distribution пока просто покручу сами фильтры. Хм. Так, ну баллон нам известен. Далее идет Zero Edge. О. Прикольная тоже штука. Формирование ландшафта по ветру.
террас, с помощью которого можно Майнкрафт делать эти эффекты. Вот вам Майнкрафт стайл. Прикольно. В принципе, пока это старые фильтры. Свирл тоже был. Я сейчас проверю все фильтры, потом начну уже стараться что-то создать. Седимент. Потом попробую добавлять еще rules. Тут пока надо во все это вникнуть. Так. О, вот это вот что-то уже интересное. По-моему, Ruget не было фильтра. Это, по-моему, новый фильтр. И с ним, как видите, может получиться достаточно интересный такой эффект. Мне вот фильтр этот нравится. Прям круто. Прям интересная штука получается. Я, если честно, не помню все фильтры World Creator 2, поэтому буду проверять все, которые здесь добавлены, потому что разработчики говорили, что некоторые улучшены и так далее. Поэтому лучше поэкспериментировать со всеми. Так, надо запомнить этот фильтр. Mountains. Ну, Mountains, по-моему, были. Тот фильтр, с которым можно достаточно быстро получить горы. И, по-моему, он улучшен. Стал лучше работать. Как-то более даже реалистично. Вот, буквально один фильтр, и уже результат интересный получается. Так. Есть инверт. И, как можете заметить, достаточно быстро. Хотя у меня видеокарта достаточно быстрая, поэтому я не знаю, как будет на более слабых. Но мне нравится результат того. Какой-то инопланетный фильтр. Так. Ну, Flatten он неинтересный. Erosion Fluvial. Erosion, по-моему, стал быстрее работать. Прям очень быстро. Там разработчики говорили, что переписали движок Erosion. Прикольный эффект получается. Так, ладно. Котов. А, это обрезатель. Короче, сверху, снизу. Тоже не очень интересный. Кратер. О, кратеры. Кратеры, по-моему, были. Можно создать сингл. Так, кратер, по-моему, был в World Creator 2. О, радиус. Можно. Так, я думаю, можно здесь. Да нет, о, блин. Пока нельзя вводить. Кратер Death. Как его больше сделать? Цифры пока здесь, я вижу, не меняются. Блин. Ну ладно. С кратером все понятно. Идем дальше. Каньон.
О, каньон тоже прикольный получается. Так, я, наверное, от солнца буду смотреть, чтобы тень нам не мешала. Каньон. Каньоны, кстати, тоже достаточно крутые получаются, сразу с одним фильтром. Можно детализации прибавить прям. Вот. Ну, мне тоже нравится. Так, каньон Хиллс. Холмы. Тоже можно получать прикольный эффект. Интересно. Ну, я хочу проверить как раз, как тут реагирует level step на это дело. В принципе, тоже можно получить быстро холмы такие. Так. Седимент комплекс. Это уже более такая штука сложная. Quality. Наверное, совместно с другими фильтрами он будет выглядеть более интересно. Пока мне непонятно. Как, кстати, было и непонятно, как он работает в World Creator 2. Вот. Пошли экспериментально. Erosion Fine. То есть это, наверное, доработанный Erosion. Ух ты. Да, он, по-моему, прям достаточно быстро работает по сравнению с World Creator 2. Добавим больше деталей. Ну, прикольно, в принципе. Strange Erosion. Ух ты! Ух ты! Это прям круто! Ой! Прикольно прям! Вот это мне эрозия нравится. Value 4. Круто! Прям когда маски будут, по маскам можно создавать такие вот ландшафты. Блин, мне уже сейчас не терпится смешивать, но давайте я до конца покажу все фильтры. Потом уже буду roughness. Так, непонятно, что он делает. И он пока какой-то, ну, написано экспериментал, скорее всего, может, ну, FPS даже падает. Так, с roughness я, наверное, не буду экспериментировать. Roughness тест. Опа, все, есть. Кстати, в следующей альфе сказали, что будет момент исправлен этот. Ну, подождем. Все-таки не бета, можно прощать. Все-таки альфа-версия, они самые глючные. Вот, ладно, roughness и roughness тест я не буду трогать. Сейчас я сделаю вот что. Я удалю материалы и попробую с нуля. А, точнее, давайте я сейчас дальше пойду. То есть биомы посмотрели, и я еще попробую что-нибудь создать интересное с материалами и фильтрами. Идем дальше. Что у нас тут есть? У нас есть настройки солнышка. Вот. А то, что изменили и доработали, сделали более качественно, во-первых, давайте я по очереди буду крутить ползунки и посмотрим, на что это влияет. Sun angle, ну понятно, это угол солнца, причем, кстати, атмосфера достаточно нормальная такая.
Вот, Sun Angle Vertical. Можно сделать за... Ух ты! Закат красивый. Вот. Далее у нас идет Sun Smoothness. Это, наверное, сейчас... ну да, Smooth теней. Сила света. Sky Strange. Ну и сила самого этого неба. В принципе, понятно. С камерой, я думаю, тут тоже понятно. Экспозиция. Винитирование. Saturation. Мультяшные какие-то ландшафты. А вот, кстати, Bloom. Да, предупреждали разработчики. Bloom тоже приводит к вылету. Но это исправлено на новом билде. Я, кстати, его сегодня жду. Так что следующее видео, возможно, завтра выйдет. Вот. Так. Опять возвращаемся. Значит, Bloom не трогаем. И вот самое крутое, то, что я помню по скринам, видел. То есть интересно было, как работают облака. И вот они добавили очень много всего. Сейчас посмотрим, как работают облака. Пум. Ну вот такие вот. Круто. Да. Я думал, короче, в World Creator 2 есть облака, то есть сами clouds, да, и получается, они не так круто работают. Я даже сейчас, наверное, выключу, покажу в World Creator 2, как это выглядит, потому что вы должны это видеть. Реально, команда сделала большую работу, мне кажется. Так, World Creator 2. Сейчас мы включим облака. Напоминаю, по предыдущему уроку, возможно, я уже позабывал все. Так, есть environment, show океан, так, блин, где я... В рендере, по-моему, да. Тяжело сразу перестроиться на интерфейс. Тем более, блин, environment, ультра. Вот эти облака. Так вот, смотрите, прикол в чем. Когда мы приближаемся к ним, они, короче, у меня как-то обрезались. А, и, по-моему, их еще нельзя было опускать. Вот, Cloud Properties, есть 3D Clouds. Блин. 3D Clouds есть. Но они здесь не настолько крутые. Можно High Quality, конечно, включить. И, по-моему, хейт можно, вот. А, их тут нельзя опускать все-таки. Интересно, можно ли их опускать в World Creator 3? Сейчас посмотрим. В общем, смотрите, здесь облака. И здесь облака. Мне кажется, они более... Ретрейсер... Ну, тут еще плюс ретрейсинг работает. Не так они плохо выглядят в World Creator 2, но давайте смотреть, как они выглядят в World Creator 3. Так, у нас есть quality, ну, естественно, я не буду его понижать. Cloud Color, ну-ка. Вот, пускай будет такой. Cloud Scattering. Ну, это настройки скеттера, понятно. Cloud Coverage. Ух. Грозовые такие облака. Мне кажется, все-таки здесь качество покруче их. Cloud density, плотность. Cloud scale. Ну-ка. А, ну это получается типа тайлинга. Есть еще детали самих облаков. Вот. Я ж как раз почему задавал вопрос, потому что я бегло увидел этот момент. Cloud Hate. Их можно... А, не. А, Hate Offset. Вот. Есть. Вот это круто. Вот это очень круто. И можно даже взять какой-то такой рендер. С 1.4. И, в принципе, уже получать какие-то
нюансы с облаками. Клоузапы такие крутые. Причем, если солнце, наверное, сделать закат. Да, уже вполне, в принципе, фотореалистично выглядит. Потому что на облака тут были направлены отдельные силы. Вот. Поэтому идем дальше. Scale. Тоже круто, что можно их смещать, поднимать. Это мне уже нравится. Воу, как говорится. Так, Cloud Border. Вот и границу типа настроить можно. Прикольно. Вот. Далее идет атмосфера. Ага, это можно дымку добавлять. Прикольно. И причем, обратите внимание, оно выглядит достаточно реалистично. То есть, если вот так вот спуститься. Пробовать сделать снова закат. Я обожаю закаты. Вот. Круто. И сделать такую вот атмосферу. Вообще шикарно. Облака здесь классные. И меня это радует, потому что можно уже какие-то делать. Если это все еще будет переноситься в другие рендеры, то есть 3D Max, там Maya, то вообще будет круто. Уф. Так, далее, что у нас там идет? Атмосфера. Высота атмосферы. А ну-ка, сейчас я попробую опустить облака. И попробую. Отражение неба. Cloud Weather Scale. Вот это прикольно. В принципе, уже можно получать атмосферные рендеры. Какая-нибудь гора в облаках. Очень круто. И самое последнее, что мне так интересно, такой баг. Клаус я выключу, пока я включу. Water далее идет. А, еще атмосферу. Так, стоп. Тут атмосферу еще можно. Это просто дымка получается. И давайте добавим. Круто. Ну-ка я попробую вот так вот сделать. Класс. Вот. Еще есть вода. Так. Что-то вода интересно как-то рендерится. Угу. Вот этот момент я чуть не понял. А, дисплей, это displacement. То есть добавляются волны и, в принципе, да. А water offset. Под водой пока никакой каустики нет, поэтому... Ну, водичка выглядит очень классно. Так, clarity, прозрачность, уф, круто. То есть это, если говорить по-русски, absorption, абсорбция, скорее всего, да. А ну-ка, если цвет ее менять. Можно получить такую вот лагуну. В общем, рендер улучшили, и он мне нравится. Правда, по ощущениям, за полчаса, вот, который я кручу, вот этот шум, который быстро проявляется, то он иногда надоедает.
Я надеюсь, в официальной версии, ну, естественно, это, наверное, будет включение-выключение пострейтинга, потому что не у всех будет тянуть. Вот. Но очень даже круто. И в самом конце этого солнышка есть Terrain Soil. Не знаю, для чего это нужно, в принципе. Можно убирать. То есть обрезать ландшафт таким вот образом. Вот. Может, что-то с этим придумают. Пока мне непонятно, для чего это. Для каких-то, наверное, энциклопедий что-то делать. Вот. Так. По настройкам тут все, в принципе. Пока ассеты не добавили. И сейв. То есть, вот. То, как выглядит альфа-версия на данный момент. И сейчас я, наверное, попробую что-то создать. Прям с нуля при вас, без ускорения, без монтажа, чтобы видео выложить быстро. Сейчас вот с нуля попробую что-то создать. Уберу воду. А, и пока размер ландшафта не настраивается, вот что. В альфе я заметил. Пока базовые настройки. Так, вода мне пока не нужна. Заходим в биомы. Посмотрим, что тут есть. Так, а что это за цвет? Я вот не пойму. А, я его выключил. То есть это базовая часть, он подождет, что-то я не пойму. Пока тут что-то ничего не изменяется. Видно, в следующих билдах это будет. Ладно. Сейчас удалю. А, он еще не удаляется. Так, ладно. Начнем с удаления материалов. Они мне не нужны сейчас. Так, добавлю материал обычный, серый. Какой-нибудь такой. Положение солнца я сейчас поменяю. Пускай будет. Ну, вот так вот. Вот. И начну с добавления фильтров. Каньон не удалю. Так, это фильтр. Мне очень понравился... Раджет, по-моему, да, это был? А в принципе, комментировать не буду, это ж не урок. Поэтому далее, Вот, я попробую rules, то есть правила. Так, ладно. Это, скорее всего, надо для следующих фильтров, то есть на базовом это не стоит делать. Так, и следующий, пускай у меня будет... Риджет, но к нему я добавлю как раз вот rule simple flow. Так, что-то не пойму, зачем это надо, но... По-моему, здесь, наверное, дистрибьюшены не работают для фильтров. Так, ладно.
Я пытаюсь удалить этот вот. Ладно, с дистрибьюшенами. Хотя попробую сейчас. Блин, вот что еще неудобно. Так. Ну, альфа есть альфа. Сами понимаете. Пока, как видите, кушает немного памяти. То есть это даже, наверное, можно будет запустить на видеокарте с 2 гигабайтами. Так. Да, я уже понял, что, скорее всего, просто rules не работает на фильтрах, поэтому я их использовать не буду. Так, mountains. И тут мне фильтр понравился. Блин, я уже забыл, как он называется. Террас винт. Strange Erosion, вот. А ну-ка. Так, попробую еще добавить фильтр. Террасы. Кстати, вполне интересный эффект получается. Ну, думаю, будет достаточно. Получился такой вот забавный ландшафт. Хотя давайте я, наверное, все-таки поэкспериментирую еще. Подаляю фильтры. О! Неожиданно приятно получился интересный
эффект. Какого-то такого, так, ну, пускай будет такой ландшафт, мне он нравится больше, чем тот, что был. И, наверное, сверху добавлю, попробую, раджет, вот, круто. То есть видите, да, что получилось. Мне уже нравится больше даже. И теперь попробую это затекстурить без текстур, потому что здесь их еще нет, но есть материалы. Так, базовый материал пусть будет, не знаю, какой-то такой. Добавим еще травы. Или не травы. Так, ну, я чисто экспериментирую, так что... Сделаю что-то в стиле No Man's Sky. Кстати, похоже. Вот. И что-то фантастическое. Так, стоп. Еще цвет. Сделаем не roughness, а волновой пока не работает, вот что. Slope. А что ж такое? А, я понял, что неправильно делал. Но нужно выбирать Biome Distribution, затем волновой. Вот. Получается прикольный такой эффект. Не нравится мне. Вот этот цвет я, наверное, сделаю желтым. Или каким-то таким. Тут чисто по наитию. Вот, пускай так будет. А теперь что еще добавить? Получился фантастический какой-то ландшафт такой. Так, ну-ка я еще поэкспериментирую с фильтрами. Более интересно.
Так. Когда есть текстуры, получается, ну, как по мне, интереснее экспериментировать. Так. О. Блин. Тут одним ползунком можно с помощью Angle, смотрите, прямо вот получать разные ландшафты. Генерировать прям их мгновенно. Вот мне. Прям такой творческий, интересный процесс. Вот. Пускай будет так. Что-то такое. И теперь добавим воды и облаков. Бум. Бум. Так, клауз я пока уберу. Да, кстати, рендер воды тут интересно как-то. Отображается, когда облака включаем, выключаем. Пускай будет как-то так. Так, и что еще? Облака. Так, облака надо поднять. Что ж такое? Не пойму я. Подождите, на видео сверху сейчас посмотрю. Так, Cloud Height Offset. Сместили. Атмосферу убрали. А, Detail Scale вставили. Так, Cover Edge. Вот. Так вот. Height Offset. Да блин, что за... Хочу сделать классный close-up. Не пойму, что, куда и как. Так, значит, атмосферу я уберу пока. Так вот, и вот. Уже интереснее. И теперь спустимся вниз. И настроим ракурс. Пускай будет какая-то такая дымка. Прикольно. Я пока не пойму, как с этого ракурса. То есть, имея такой ракурс, вот, получить облака, блин, атмосферы еще можно добавить, дымки, тумана, скейл. Так, сейчас попробую получить то, что я хочу. Height offset, вот, наконец-то, height offset, height. Такие вот облака, cover edge, а затем border, то есть подальше их, да, атмосферу. Вот. Ага, вот оно что.
Наверное, coverage поменьше сделать надо. Блин. Density — это плотность. Так, ага. Scale. Вот, пускай они какие-то большие будут. Не. Атмосферу я уберу. Вот. Тот результат. Теперь... Реально прям как No Man's Sky. Смещение солнца сделаю. Подберу ракурс интересный. Вот, мне кажется, достаточно интересный ракурс. И еще с облаками поиграю сейчас. Так. Они более... Когда density больше, интереснее. Так. Cloud Scale. Не сильно. Я хочу большие облака такие. Вот. Detail. То есть детализация их достаточно хорошая. Так, Cloud Height. Объемные, чтоб такие прям были. Наверное, пускай будет. В общем, экспериментировать надо с этим всем. Так. И ракурс, наверное, подальше. Так. Вот интересный ракурс, мне кажется. Вот. И сделаем скриншот, посмотрим, куда он сохраняется. Так. Бум. Так, а ну я зайду в папку. Интересно, куда сохраняется скриншот? Непонятно. А, так, я ставил видео на паузу, и вы, конечно, этого не заметили, но я разобрался, куда сохраняются скриншоты. Скриншоты сохраняются в документы, здесь есть папка Word Creator 3, и там создаются скриншоты. То есть, если сейчас я нажму кнопочку фотоаппарата, то в этой папке появится скриншот. Как видите, все достаточно просто. Так... Я думаю, на этом я закончу. Сейчас, наверное, еще поэкспериментирую. Дам еще какие-нибудь скриншоты. Так. Пробую поменять ракурс солнца. Так. Может быть, даже так. Какой-то закатный момент. Вид сверху. Кстати, вид сверху тоже может быть интересным. Вот так вот, например, мне нравится. Скрин тоже сделаем. Так. И, в принципе, я думаю, вы поняли, что можно вернуться в сид, то есть base, и также поэкспериментировать. Получить совсем другой ландшафт.
Например, какой-то вот такой вот. Так, куда-то я под воду нырнул. А, да. Вот. А, какие эмоции от этого всего? Конечно же, положительные, потому что, во-первых, у нас есть пастрейсинг, то есть вид ландшафта уже более намного круче, чем в VC2. Вот, во-вторых, есть облака, которые дают достаточно хороший результат. То есть можно прям рендеры, опять же, для тех же концепт-художников прям идеально. Я не буду раскрывать все карты, но я надеюсь, что это все можно будет перенести также в рендер. Не буду говорить какой, но я надеюсь, что это сделать. То есть я запрос сделал уже и посмотрим, что из этого получится. Причем можно выбрать ракурс и с помощью сида получать еще какие-нибудь результаты. Например, такой ландшафт. Поиграть снова с облаками. Например, опустить их ниже. Вот, сделать coverage. Вот. Скриншот. Так. Настроить. Кстати, скеттер тоже можно настроить по-разному. Density. Плотность. Добавить атмосферы. И получить вот такой атмосферный рендер. А вот. Опять же, можно вернуться в фильтры. Я думаю, вы это понимаете. Так, у меня уже 26 FPS. Я думаю, это все еще оптимизирует. Потому что памяти немного кушает. Вот. Зайти в фильтры. Настроить. Допустим, поменять angle в руджет. Убрать террасу. Добавить, так, террасу я удалю, добавить какой-нибудь там, не знаю, каньон, и clouds я пока выключу, чтобы видеть, да, вот. И получить такой вот интересный результат. Вот. Это все, что я показал в данном видео. Я вам показал все, что в данный момент есть в альфе. Понятное дело, что буду еще записывать видео с новыми альфами. Пока так. И еще один момент. Буквально только сейчас уже хотел загружать видео на YouTube. Как мне сказали, что F3 выключает интерфейс. То есть вы видите полностью ваш объект, viewport без интерфейса. И самое главное, это клавиша F12 делает скриншот. Вот. Каким-то таким вот образом. Это все, что я хотел показать в данном видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.